Бретта, который пошумел потом в Лиге Чемпионов. На Камп Ноу выходят футболисты Барселоны. Сегодня не только весь Камп Ноу, не только вся Барселона, но и вся Каталония вместе со своей командой, которая должна совершить чудо. Кинет клуб по окончании нынешнего сезона. Вот таких футболистов отправил на поле с первой минуты. И вот такая схема, которая может показаться с Иньеста и Тиаго Силова вместе с арбитрами этого матча. Денис Айтекин возглавляет бригаду. Он из Германии. Помогает ему Гвидо Клевьо, главный тренер Унаи Эмери. В потрясающей форме находится уругвайский нападающий Парижа Эдинсон Кавани. 37 вперед. И здесь надо выбираться Кевину Трапу из ворота. Он не выходит. Это, по-моему, гол Барселоны. Да. Открывает счет Барса на третьей минуте. Быстрый гол случился. Кевин Трап ошибается. Застрял на линии ворот. И пропускает Пари Сен-Жермен. Та самая ситуация, когда похожая делает свою работу арбитр партнеру как раз по национальной сборной. И возникает пауза, которая еще раз нам с вами дает возможность увидеть забитый Луисом Суаресом гол. Вот здесь сказалось то, что обычно ставят вину Марко Верратти. Он, даже находясь возле своих ворот, никогда не пытается... This ball. Verratti tries to dive in. Marquinhos is trying to let it run out of play. There's the big mistake. And Cajal has a big swing at it. Maybe he could have done better. Goes from his foot onto his knee and back into the net. But great persistence. Штрафной площади рядом с ним есть Неймар. И вот такой забросик. Смотрите, Неймар штрафной. Пенальти. Поднимайся, показывает ему Денис Айтекин. Вот так вот упал защитник Пари Сен-Жермен. И казалось, упал он на Неймара, помешал ему. Денис Айтекин пошел к помощнику. Давай сейчас попробуем разобраться, как здесь может быть не пенальти. А помощник говорит, пенальти, да, конечно, назначен пенальти. Все-таки назначен пенальти Денисом Айтекином. Итак, Лионель Месси против Кевина Трапа. Удар, гол! 3-0! 3-0 и один гол остается до дополнительного времени. Месси даже не думает праздновать. Он бежит к центру поля с мячом в руках, чтобы забивать еще, еще и еще. Ну вот теперь настоящее испытание для Пари Сен-Жермен. 3-0 после 4. Один из первых, когда реальную пользу приносят эти люди. А вот момент у Парижа. Удар Кавани. Гол! Эдинсон Кавани возвращает ПСЖ уверенность в собственных силах. 3-1 становится счет на 62-й минуте. Кавани, 38-й гол в 37-м матче этого сезона. Барселона, не спать! И сейчас сквозь гул Камп Ноу наверняка прорвется Ери Оджи Эдомани, Сенья Семпре, Матадор Кавани. Он... Что именно он будет его исполнять. Короткий разбег, удар. Хороший удар! Есть же! Концовка будет! 4-1. Два осталось, Барс. Два осталось, и теперь становится очень важно количество минут, которые добавит Денис Айтекин. На 88-й Барселона забивает четвертый. ЖГЖ Крыховика готовит к появлению в игре Унаи Эмери. Великолепный удар Неймар. Кевин Трап не верил. Просто... Забивать, забивать. Еще один заброс на Суарес. На Суарес штрафной. Падает. Что там? Пенальти. Пенальти. Ой-ой-ой. 90-я минута. Слушайте, ребята. И желтая карточка еще защитнику, свалившему на Луисе Суаресе. Маркинес. Маркинес пропустит следующий матч. Он сейчас мечтает. 5-1. И забивает. 5-5 по сумме двух матчей. Но у Парижа есть гол в гостях на Камп Ноу. Айтекин, рассказывай, сколько добавляешь. Черт возьми, это действительно лучший Марк Андре. Неймар. Левая нога, заброс штрафную, опасный момент, гол, 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 гол! Серджи Роберто, Барселона. Это Барселона, это команда, которая может все. На пятой добавленной минуте Барселона забивает шестой мяч в ворота Пари Сен-Жермен. Вы простите, я сейчас не могу сказать то, что очень хочется сказать, но это мир смерть, это фантастика.